этой мастерской мы проработали не одно десятилетие. Мы трое и четвертый нами рожденный художник Кукрыникс, имя которого было образовано из первых слогов наших имен. Эпоха Кукрыникса длилась 65 лет. Шестая часть света смотрела на мир его глазами, а в них отражалось все. Кто друг, кто враг, где черное, где белое, кого любить, кого ненавидеть. Работы Кукрыникса были зеркалом для огромной страны, которая звалась СССР. Знаменитые окна ТАСС во время войны вырезались по трафарету и рассылались по городам страны. Мы старались своими рисунками и плакатами поднять дух народа и вызвать ненависть к врагу. Мы дважды были осуждены на смертную казнь. И своими, и фашистами. Но своими мы никак не ожидали. Мы узнали это позже, хотя были осуждены раньше, чем фашистами. Гитлер с Геббельсом, когда собирались за месяц, не больше, взять Москву, вот тогда, в 41-м году, решили, что первыми надо казнить Илью Эренбурга, Бориса Ефимова, троих Кукрыниксов и Левитана Диктора, комментатора радио. Но ничего не вышло. Москву не взяли, ничего не получилось. Но теперь мы попозже уже, в 50-х годах, ходили для реабилитации Мирхольда. Давали характеристику ему, посмертную уже. И он был расстрелян 2 февраля 40-го года вместе с Кольцовым, братом Бориса Ефимова. И мы узнали там, что мы были на очереди на расстрел по делу Мирхольда. Но нас не успели расстрелять, не дошла очередь, потому что началась война с Гитлером. А это остановило, и про нас забыли, потом мы активно работали против фашизма. Конец. Таня. Бегство фашистов из Новгорода. Подписание акта о капитуляции. Мы знали, как ждал наш народ победы, и нам захотелось написать все это в картинах. Конечно, то, что мы всю войну по-своему воевали сатирой, это имело большое значение. Мы рисковали, мы по минам ездили, ну что делаешь? Это уже тоже счастливый случай, это судьба. Кукрыниксами мы стали потом. Судьба свела нас в Москве, куда мы съехались из разных концов России. Куприянов из Казани, Крылов из Тулы, Соколов из Рыбинска. Студенческая жизнь кипела новаторскими фантазиями. Уличные спектакли, агитпостановки, костюмы, стенгазеты, шаржи. Да здравствует вход и масс! Кукры плюс Никс – это товарищество, это коллектив. Мы вместе жили, учились, творили, вместе взрослели. Все-таки молодость – это незаменимый период жизни, потому что он настолько хорош, и настолько все-таки легко переносится все. Мы волейбол играли. Три Кукрыниксы и три их жены. Все играли. Все человек как раз команда. Куприянов высокий гасил. Я низовой был, поднимал нижний мать. Его называли падучий. Да. Он падал и поднимал. Ну там интересные вообще составы были. Там с одной стороны они, с другой там Ильф Петров, там Дейна. Вот такие всякие. Гасил. Потому что все интересно, все было необычно и все было волнительно. Вы знаете, все-таки вот я счастливый человек, повторяю уж который раз. Я прожил жизнь такую, о которой мечтал, чтобы стать художником, чтобы быть полезным людям, чтобы мое искусство понимали. Я не хотел быть загадочным каким-то
тоже художник. Я уверен. А если бы ты не был художником, я бы тоже не был художником. Наверное. Да. Ой, успокой. Да, а конечно. Вот у меня никого не было художника, а я художник стал. Ты хорошо смотрел. Да. Вот все предвидел. И все против были. Да. И говорили, вот инженер, ему везде почтение. У художников не жизнь, одно мучение. Да. Они все очень любят выпивать и голых баб бесстыжих малевать. Это раньше было. А я кончал там так. Да, Кукрыниксу много лет. И думаю, сомнений нет. Вся жизнь ее в тройне длинней. В тройне рабочих было дней. В тройне он счастье имел. В тройне неприятных дел. В тройне женат. В тройне он дед. В тройне обут. В тройне одет. В тройне, когда ты был здоров, теперь нельзя без докторов. В стране он родину любил, в стране искусство он любил, искусство художником в стране он был. Я кукры в двух благодарю и сердце им свое дарю. Художником мечтал быть с детских лет. Вся жизнь моя мечте ответ. Да, так кончается вот поэма моя «Ах ты, биография». В 29-м году Маяковский и Мейерхольд пригласили нас сделать эскизы грима и костюмов для Клопа. На репетициях мы рисовали шаржи на актеров, старались уловить самые смешные их черты. Слово «шарж» происходит от французского «шарже», что означает «преувеличивать», что-то сродни пародии или эпиграмме. В общем, преувеличенное изображение при внешнем сходстве. На самотечной улице я помню старый дом, широкой чудной лестницей, сиячнейшим окном. Все знаешь, это Игорь Ильинский. За хорошую жизнь боролся. Вот она у меня под руками. И жена, он очень ценился Маяковским. Он считал, что это лучший актер нашей страны. Я помню, Клоп колдет, и он должен был его лизнуть и поймать этот, по полу ползет к оркестру. И Мейерхольд говорит, стоп, стоп, значит, у него колокольчик был, он звонит. И останавливал репетицию, и быстро бежал, без пиджака уже был, потому что он весь мокрый бывал даже, настолько набегается. А там доски проложены были через оркестровую яму, он пробегал, и начинал показывать, как надо играть. Он на четвереньках полз, ловил клопик, клопуля, когда он из клетки вылез, в будущем уже, через 50 лет. И Ильинский рядом полз, абсолютно повторяй. Когда шарж был кончен, когда мне его показали, то даже выдавить из себя подобие улыбки я не мог. Так я был расстроен. Были указаны такие черты, которые я и не думал, что они есть во мне, и которые в то же время, которым должен был поверить, потому что все остальные шаржи в чем-то были удивительно схвачены, удивительно найдены. «Деремся на литературном посту», писали мы в своей автобиографии. Увидев наши карикародии, Максим Горький предложил сделать иллюстрации к Климу Самгину. «Но надо уйти от карикатуры», предупредил классик. И со второй попытки нам это удалось. А ведь сначала Горький называл нас исказителями нашей действительности. Но если бы он не встретился нам, наш путь был бы иным. Thank you.
20-е годы не были сытыми. Приходилось подрабатывать на Сухаревке, рисуя портреты торговцев. Москва была сумбурным и в чем-то очень мещанским городом. Было много бедноты. Но все казалось не такой уж страшной вещью. Да, немного голодно, но завтра, может, будет хорошо. Главное, хорошо нарисовать, чтобы у тебя хорошо получилось, чтобы профессор похвалил, молодец. Это иногда даже заменяло еду. НЭП был, проблема пищи, это самая первая была. Это дорого все было, где же там нам на стипендии на 10 рублей? Я бы сказал, в чем-то похожее на сейчас. И мы видели в окно, как в соседнем доме разговлялись вот такие непманы, как их называли тогда. У них и кулич, и пасха, и икра была, и белый хлеб, и все. А мы сидим, у нас ничего, шаром покати. И у нас была гитара и мандолина. И вот Паша Варламов, он любил играть вальс. Ну, а вальс-то обыкновенный, Дунайские волны, известные. Он на мандолине, я на гитаре. А называли мы этот вальс «Безденежье». Мы рисовали много, стараясь посмешнее изобразить нашу действительность. Но самым главным была наша дружба. Она завязалась просто как счастливый сон. Я увидел стенгазету нашу, вот она... вот такой ширины, а длины вот от вас до меня 5 метров была. И последние 2 листа были «Араб отдел» назывался. Ну, арабы заправляют, есть такая поговорка, и арабические там какие-то ситуации. А вот это редактором был Куприянов, этого отдела, «Араб отдела». Там были большие карикатуры. Например, «Броненосец в потемках» была карикатура. Ну, как пародия на «Броненосец Потемки», но в потемках, потому что неполадки разоблачались в институте, посвящена институту. А «Броненосец» был сделан в виде здания Футемаса. Ну, только чуть где-то мачта вроде была какая-то. И назывался так. А там была подпись так, «Кукры». Я говорю, а кто это такой? А это, говорит, 2 приятеля, Куприянов и Крылов. А я говорю, Куприянов какой? А вот, говорит, он кудрявый такой, пенсней высокий, клетчатая рубашка. А, я знаю. Вот, он, говорит, танцует даже в перерыве между собраниями, лебедь, умирающую лебедя изображает, представляете? На полу. В общежитии творился хаос. Но Куприянов чувствовал себя в нем очень уверенно. Крылов был другой. Он, во-первых, внешне был другой совсем. Тот артистичный, высокий, кудрявый. А этот небольшого роста, такой быстрая походка. Мне показали его. По двору идет небольшого роста парнишка. В такой брезентовой кепке. Брезентовая у него куртка. И брезентовые брюки, все из брезента. И ботиночки такие маленькие, ножки у него, ботиночки. И небольшого роста. Ну, нос такой довольно большой, убедительный. Коротко стриженный, почти наголо. Вот от Крылов. Такие глаза острые у него были, небольшие. Он умный был очень, очень такой, любил искусство, музеи любил. У нас была столовая американская благотворительная, «Ара» называлась. Но я не комсомолец, опять же, я не получал. Куприянов тогда был комсомолец, он получал, он обедал там. Крылов не обедал тоже. Вот такая жизнь была. А стипендия была 10 рублей. Рубль вычитали за общежитие. 9 рублей хватало на хлеб –
на месяц и на чай. Больше ничего нельзя было на этот день купить. Мы с Куприяновым часто стояли у калитки нашей железной ворот на Мясницкое общежитие, против почтанта. И кто входил, знакомый, студенты там, Миша хватал за воротник и говорил, дай 2 копейки, дай 2 копейки. Мы набирали, нам надо было 14 копеек набрать на 400 грамм фарша мясного. Это я точно помню. 14 копеек стоило 400 грамм фарша. Когда нам исполнилось 150 лет, на троих, кого только не оказалось в нашем альбоме. Все изменяется под нашим зодиаком, но Пастернак остался Пастернаком. Маршак Советского Союза. Шостакович. Райкин. Образцов. Король черно-белых клавиш Святослав Рихтер. Майя Плисецкая. Станиславский и Немирович Данченко. Не правда ли забавная картина? Все дети говорят, как Рина. Ранняя Вера Инбер. Начинающий сатирик, писатель Михаил Зощенко. Он пришел в редакцию, устроил там скандал, что вот я вас просил сделать с меня настоящий шаш, а из меня сделали здесь евреи вместо украинцев. Я протестую, если бы старое время царское было, я их всех троих на дуэль вызвал бы. Троих на дуэль, как можно вызвать? Я говорю, это же шутка, он же Зощенко. И он сидит вот так, облокотившись, а кулаки, смотрит в это окно, вот по пояс. Ничего особенного, похож. Ну, веки у него всегда были большие, такие томные, знаете, глаза темные. Вот он небольшого роста был. Тихий. И выступал очень тихим голосом, говорил всегда. Это не то, что Маяковский. Громовой был. Была фотография большая, стоит Маяковский рядом с Лилией Брик. Так вот, его лицо вырезано и вклеено лицо Брика. Некоторые осуждали ее, этот роман, и не понимали даже, что может нравиться ему в ней. При Брике была и при Маяковском, а профессия была... У Маяковского она считала, что она жена, а все считали, что она любовница. Ну, это их личное дело. Мы вообще считали, что мы молодые, мы только бестактность проявим, если будем вмешиваться в эти дела. А мы уважали Маяковского, любили очень его. Ну, приходилось, так сказать... И в хороших отношениях бывать иногда и с Брик с Лилей. Вот, потому что если он появлялся с ней, то это нельзя же было разделять. Вот, а это его дело. Ну, как русская пословица говорит, любовь зла, полюбишь и козла. Знаете, ну, я не знаю, конечно, она не козел, но всякое бывало. Вообще, тогда мы увлекались литературой, шаржами на них, на писателей, на поэтов. Молодой Михалков, я вам говорил, ему было 20 лет, а мне по 30. Мы приехали по просьбе литературной газеты, редакции, в Минск, там пленум был. И
нас попросили сделать 35 шаржей за 3 дня. Или, да, за 5 дней. Но это очень много. И вдруг к нам вламывается в гостиницу Михалков. Молодой, 20-летний, заикаясь, говорит: «А когда меня будете делать?» Мы говорим: «Сереж, тебя в списке нет. А нас и так вот, тут, видишь, сколько надо, 35 человек сделать за 3 дня. И там, нам некогда, мы сидели, работали. А я не уйду отсюда, пока вы меня не нарисуете». Мы говорим: «Ну ты же мешать будешь нам». «Нет, я сяду на пол тихо и буду сидеть. И когда нарисуете, вот так уйду». Мы говорим: «Тебя все равно не напечатают тогда, наверное». «Это мы посмотрим». Но мы ему говорим: «Сережа, ты, может, ты все-таки уйдешь?» «Нет». Ну, сидит. Мы тогда решили так, сделаем его. Жуткий шарж такой. Такие лопухи в уши сделаем, длинную шею, 3 кадыка. Ну, думаем, сейчас он просто нам, может, даже еще ударит нас. Вырывает у нас и говорит: «Гениально! Гениально! Гениально!» Пошел и ушел, с этим шаржем ушел. И напечатал. «Кукрыникса можно назвать снайпером пролетарской культуры», – писала «Правда». Трудно сказать, какой вид работы нам больше всего по душе. Карикатура ли, плакат, живопись или иллюстрация. Мы любим ту работу, которая увлекает нас в данный момент. Невозможно привязать извне насмешку к тому, кто не имеет в самом себе насмешку над самим собой. Вот нас спрашивали, почему нас печатала «Правда». Мы беспартийные, «Правда» печатали. А потому что мы были художники, мы были людьми нашей страны, любили ее и любим, и вот я люблю до сих пор. Мы каждый день работали упорно, и каждый день старались, чтобы была карикатура или в «Крокодиле», или в «Правде», или в «Огоньке», или еще где-то, в «Комсомольской правде», или где-то еще. Ну, потому что или плакат делали во время войны каждый день. И листовки делали, и листовки для наших бойцов, где высмеивали, конечно, и Гитлера, и всех, и свора его. В 42-м году в деревне Петрищево фашисты казнили юную партизанку по имени Таня. Жители Петрищево узнали в ней девушку из соседнего села. Но ЦК комсомола настаивал на том, что это московская комсомолка Зоя Космодемьянская. Для опознания трупа были вызваны обе женщины, называвшие себя матерью партизанки. Однажды приехала простая деревенская женщина туда и сказала: «Вот в этих местах у меня моя дочка Таня партизанила. Вот покажите мне ее». Тогда у нее стали спрашивать: «Дай, назовите какие-нибудь, ну, признаки на теле, может, родинка или какой-то там еще что-нибудь, есть шрам какой-нибудь где-нибудь, чтобы мы знали, что та ли эта женщина или нет». Она назвала несколько каких-то таких вот примечательных знаков на теле. Оказалось, все верно. Она увидела и говорит: «Танечка, что с тобой сделали изверги?» Тот начала ругать и плакать над ней и обнимать ее. Ну, у нее потом оттащили ее, попрощались с ней, ей не отдали, потому что продолжалось следствие. ЦК комсомол настаивал, что это Зоя Космодемьянская, что она комсомолка была,
Все, а это неизвестно, кто она у них была. Эта женщина их не интересовала. Нашли Космодемьянскую мать, эту учительницу Любовь Тимофеевну. Она, значит, приехала туда с ними. Ну, ей стали, ее не спрашивали о приметах на теле, а просто ей сказали, сейчас мы вам покажем ее. Она посмотрела, не бросилась, не плакала, а просто сказала, да, это моя дочь, только она не Таня, а Зоя. И фамилия Космодемьянская, как и мне. Вот. Не жаловалась, не плакала, не причитала как-то, а просто так констатировала, что это ее дочь. И ее утвердили как мать, а это как дочь. Когда мы пригласили посмотреть картину Зою, мать, она пришла в квартиру нашу с Крыловым и стоит далеко от картины. Мы говорим, вы подойдите ближе, посмотрите, похожа она или нет. А я отсюда вижу. Очень такая, знаете, заносчивая дама оказалась. И какая-то даже гордая, и самовлюбленная, по-моему, такая самодовольная. Мы говорим, да нет, ну вы все-таки подойдите, ведь это же вот такой величины в картине лицо ее. Она подошла. Да, по-моему, похоже, да. Только, а есть у вас какие-нибудь замечания? Есть. Какие же? Я бы ее кровью вымазала. Мы пришли в ужас. Я думаю, что она Таней была, а не Зоей. Вполне возможно, знаете. Война заканчивалась. Пророчество Гитлера, что Россия будет ликвидирована одним стремительным ударом, не сбылось. Наше желание показать, чем кончились и чем будут всегда кончаться попытки врагов поработить народы Советского Союза, было огромным. И нам захотелось написать конец Гитлера, потому что это был исторический момент. Для всего мира. Встретили человека, похож на Гитлера. Как вы согласны? Мы вам заплатим. Он согласился, пришел в мастерскую. А для чего вы делаете мой портрет? А мы говорим, ну, врать ему неудобно, верно? Мы, понимаете, хотим какие-то черты по цвету лица, цвет лица у вас взять. Вообще-то вы не похожи, но мы вот должны писать картину «Конец Гитлера». Он говорит, что? Ну, знаете что, никаких мне ваших денег не надо. Всего вам хорошего. Я себя здесь, вот в квартире в этой, рисовал в зеркало. Сделал усики, сделал прическу такую немножко. И вытаращил глаза, и вот и два зеркала даже, потому что в одно это только себя видишь. А так надо, чтобы я видел сбоку себя немножко. Я в два зеркала рисовал карандашом, вот. Ну, потом, конечно, ориентируясь на сходство с Гитлером. Открыл рот такой испуганный. В общем, я сыграл роль, что ли, Гитлера. Здесь позировал Куприянов и того генерала вон в фуражке. А вот пьяного этого эсэсовца на диване Крылов позировал. Предстояла встреча со знакомыми незнакомцами, с теми, кого мы рисовали всю войну. Оказаться в зале суда во время Нюрнбергского процесса было ни с чем не сравнимое событие. Однажды, вспоминает Борис Полевой, на заседание во время допроса вошли трое очень русских, советских по облику людей. Они были похожи на диаграмму плодородия. Высокий, средний и маленький. Сели в первом ряду и стали что-то бурно обсуждать. Потом раскрыли свои папки и принялись рисовать. «Кукрыниксы», — пояснил сосед.
Ох, дадут они сейчас фашистским гадам дрозда. Из этих набросков родилась одна из самых знаменитых картин «Обвинение». Вот мы, когда уже проработав, примерно 5,5 десятков лет втроем, Куприянов тяжело заболел. Крылов, оказался у него рак желудка. Он лежал просто, он еле говорил, шептал только. И с ним даже на всякий случай была сестра в палате, потому что он тяжело больной был. И следила. Мы пришли с ним, он спал с открытым ртом там. Его она будила: «Парфим Никитич, к вам гости, к вам гости». Он никак не мог проснуться. Наконец проснулся, значит, и видит меня и говорит: «Ой, кого я вижу? Да я тебя поцелую». А я говорю: «Парфиш, я кашлял всю ночь, боюсь, я тебя заражу». Значит, он вынул руку правую из-под одеяла, я взял ему, поцеловал эту руку и сказал: «Спасибо твоей руке, это она много хорошего сделала в живописи, вообще в коллективе». Я один остаюсь. Мы же не можем уже быть кукрыниксами и не работаем. Я один делал иногда карикатуру для «Правды», посылал на утверждение кукрым. Кому там смотрел, жена Куприянова, чем больше части браковала мои рисунки. Когда советская культура, эта газета, она просто «Культурой» уже потом называлась, она на первой полосе дала такую заметочку, называлась так: «Господа, купите кукрыниксов». И вот издевательская такая была статейка, что эпоха кукрыниксов окончена. И они сами теперь находятся на задворках современной культуры. Остался один из них, Соколов Николай Александрович, который не решает вопрос культуры кукрыниксов. Что делать с мастерской? Решили подарить нашей стране, нашему государству, нашему народу. Я предложил отдать, написать такое заявление. Обычно это делают через ЦК тогда. Отдел культуры, идеологический отдел. А идеологическим отделом командовал Яковлев Александр Николаевич. Он почему-то был настроен против нас, считая, что мы искажали образ врага. Это вообще, я люблю очень осень, как пейзаж. После этой осени я хочу переключиться на это, потому что это тоже связано с осенью. Но он, так сказать, несколько широкое понятие имеет осени. Здесь человек тоже уже в осеннем возрасте. Моя Надежда Михайловна. И она уже с сединой. Это мы были в одном санатории. И она принесла букет такой осенний. Где-то нарвала, что ли, я не знаю. И принесла, и поставила. Мне он понравился. Говорит: «Напиши его». Я решил писать, и вижу, она стоит рядом, в этой фуфаечке. Я говорю: «А ты останься тут, а я тебя напишу рядом. Потому что ты тоже уже осенний букет мой». Сколько лет мы прожили вместе? Вместе 67 лет. Да. Я понял, что этот период жизни очень мне ценен, и нам с ней вместе, что мы никогда так друг к другу тепло не относились, как в этот период. Вдвоем остались. Уже дети, уже вы женились, взрослые, понимаете, уже внучки уже появились.
все в прошлом, но все осталось со мной. Немногословный, категоричный, но чуткий Куприянов. Очень глубокий и тонкий Крылов. Вся его жизнь – живопись. Мои кукры со мной. Кукрыниксы слово ведь очень все-таки, в общем-то, сложное и непонятное. Нас называли иногда Кукрышкин, или Кукурнисты, или Кукрыницкий. Ну, вы знаете, мы уже понимали, что это, значит, нас вызывает, это куда-то так. Шесть государственных премий, звание Героев соцтруда, Ленинская премия. И все это на четверых. Нас трое и художник Кукрыниц.